В администрации Алекминского района провели круглый стол на тему «Бизнес-план для победы». Организатором выступил Центр поддержки предпринимательства. Смотрите далее. В Алекминском районе предпринимательством занимаются многие, но зачастую из-за нехватки информации сталкиваются с трудностями. И в целях поддержки и развития в администрации района провели круглый стол на тему «Бизнес-план для победы». Организатором выступил руководитель Центра поддержки предпринимательства Николай Копылов. Как начинать правильно и успешно вести свою деятельность, рассказала эксперт по бизнес-планированию Бравина Татьяна Анатольевна, заместитель директора государственного автономного учреждения технопарки Кутия. Сказать вам о том, как начать вести успешный бизнес. Что для этого нужно? Какие есть основные факторы для того, чтобы вести успешный бизнес? Участниками круглого стола в большинстве были из сельского населения. Предоставленная информация вызвала огромный интерес и активное обсуждение. А если бы вдруг вам вот заняться бы предпринимательством, чем бы вы хотели заниматься? Организация вечеринок, мероприятий, связанные с торговлей, там, фастфуда, так сказать. В нашем районе в основном предприниматели занимаются розничной торговлей, строительством и сферой услуг. Я думаю, семинар прошел на очень хорошем организационном уровне. Татьяна Анатольевна от корки до корки, можно сказать, объяснила всем нашим слушателям семинара, ответила на все вопросы. Предпринимательство – это одно из основ экономики страны, и чем больше у нас будет успешных предпринимателей, тем лучше будет жить все население. Виктория Платонова, Сергей Лефо, НВК Саха, Алекминск.